В Стерлитамаке в результате пожара погибла женщина. Возгорание произошло 2 января по улице 7 ноября 165. В 10 часов 34 минуты соседи вызвали пожарных. В бревенчатом доме сотрудники МЧС обнаружили труп 80-летней женщины. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В доме незначительно поврежден потолок площадью в 3 квадратных метра. Всего с Нового года по 4 января 2016 года произошло 4 пожара. Среди них 2 возгорания автомобиля. В целом, в принципе, вот эти праздничные дни проходят у нас в целом спокойно. Силы и средства приведены в повышенную готовность. Хотелось бы пожелать в эти новогодние праздничные каникулы, так называемые, чтобы люди все-таки себя берегли. При уходе из дома выключали гирлянды, при использовании пиротехники соблюдали правила пожарной безопасности. И также все-таки при курении. Также с 31 декабря по 4 января в Стерлитамаке зафиксировано 34 ДТП, 1245 вызовов скорой помощи. В первую клиническую больницу госпитализировано 42 человека, в основном с сотрясением мозга, с ножевыми ранениями, переломом челюсти и носа. По сообщению сотрудников здравоохранения, за 4 дня Нового года в Стерлитамаке родилось 38 детей, 23 мальчика и 14 девочек.